На входе лучшей половине человечества вручали весенние букеты тюльпанов, а в качестве главного подарка – торжественный концерт. Со сцены всех женщин Краснодарского края поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Ведь именно слабый пол делает мужчин сильными. Это праздник наших мам, потом наших девушек, потом наших жен. Я прекрасно помню, как в детстве пытался найти что-то такое, чтобы подарить маме на 8 марта, и этот праздник и мой подарок она помнила хотя бы неделю. И, наверное, в этом есть принцип жизни. Любить чуть не всей своей жизни тех, кто дал тебе жизнь, и жизнь вокруг тебя создает и поддерживает. А это вы, дорогие наши женщины. Мы не можем просто подвести вас, вот вашу заботу, тепло и то, что всегда вы нам даете. Очаг. Очаг, который всегда полон, который тепл, и мы знаем, что у этого очага нас всегда ждут. У нас на Кубани самые красивые женщины. У нас на Кубани самые заботливые мамы. У нас самые надежные и любящие жены. У нас на Кубани женщины растят будущее и нашего Краснодарского края, и будущее всей нашей страны. Хочу пожелать вам, в первую очередь, в ваш женский день вот этой неиссякаемой энергии, чтобы она вас никогда не покидала. Потому что если уже вы опустите руки, то поверьте, нам очень и очень, мужчинам, не просто придется. С праздником! С днем международным, днем 8 марта! Концертными номерами зрители поздравили лучшие творческие коллективы Кубани, а главной звездой стала группа «Ласковый май» с их главным хитом «Про белые розы».